И потом такой поздняк в конце, так, нога. В конце увидела я. В конце я увидела. Извините, я хотела это всегда сделать. Все люди как люди, я суперзвезда. Я тебя так долго ждала. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Роберт Багратян. Мне 13 лет, недавно исполнилось. Я из города Ростова-на-Дону. Ты настоящая суперзвезда. Настоящая. Как долго ты поешь? Расскажи о себе. Ну, вообще, я всю жизнь пою. Вот это, конечно, как ты стоишь, это просто... Ну, посмотрите на это подальше. Не, этот парень точно смотрел «Богемскую рапсодию». Конечно, смотрел. Ты смотрел этот фильм, да? И слушаешь, да, Квин? Да, я очень много его песен слушаю. Прошу тебя, пожалуйста, для нашего настроения спой еще что-нибудь, какой-нибудь кусочек, фрагмент из любой песни, которая для тебя еще любимая. Да, конечно. Пожалуйста. Get ready for the fun reels. Somebody you love, yeah. Я ожидал, что он уйдет. О, май гад. О, май гад, иди сюда к нам. Аплодируем. Я, по-моему, не сделал губы. Я хочу... Говори. Я выбираю Лободу. Ну, конечно. Такой хороший! Поздравляю вас! Ты в проекте! Будем ждать твоих выступлений. Просто молодец! Ждем твоих выступлений с тобой! Будем с тобой сжечь! Давай! Да, вот он! Вот он! Здравствуйте, Дмитрий Нагиев. Я ждал этой встречи с вами. Ты ждал? Конечно. Это я ждал. Потому что, как гласит народная мудрость, лучше синица в руках, чем журавль без ног. Вот наша программа была как будто без ног, без тебя. И вдруг ты появился, ты запел, и я понял все. Родственники чуть не обалдели. Вот это кто? Это мой отец. Он стоял, говорит, от кого он такой? От кого он такой, а? Откуда он к нам пришел, Господи? И мы все так подумали, поэтому я не зарывайся, да? Не зазнайся, нос не задирай, потому что точно такие же, сильные во всех командах, да? Поэтому теперь соберись и продолжай трудиться. Я очень рад, что ты с нами. Ты пришел к нам надолго. Спасибо, ребят!